Всем здравствуйте! На сегодня у нас обзор четырех опасных бритв из углеродистых моносталей. И это одна моносталь, кованая У8А марка, и три бритвы из стали К990, тоже углеродистая сталь, но от Бохлер, которую очень любят использовать в своих изделиях японцы. Но это уже другая история, а мы начинаем обзор. Показываю, так все выглядит в сложном состоянии. Оправы это G10. Что такое G10, да, на бритве? G10 это прочный, ровный, легкий материал, который просто вот вообще невесомый совершенно, но всегда стабильный и прочный, и пружинит еще хорошо. Для чего это все нужно? Во-первых, чтобы вы чувствовали только клинок, чтобы оправу не чувствовали. Это здорово, это раз. Во-вторых, она пружинит очень хорошо. Это в работе бритвы тоже очень хорошо сказывается, как при правке, так при складывании, раскладывании, там вот все это. Тут все, в каждой мелочи свой нюанс, своя прелесть. Дальше что? Всегда бритва будет заходить ровно. Клепки никогда не просядут, потому что не рассохнется этот G10. И поэтому это беззаботная вещица. В этот раз я их решил полирнуть. Да, кто-то может сказать, что полировка не идеальна, не чистейшее зеркало прям совсем, вот, да. Вы знаете, что я вам скажу по этому поводу? Бритвы полировать — это то еще занятие. И при полировке можно уничтожить просто вот на совсем геометрию бритвы. Поэтому это было очень хлопотно, и насколько смог, настолько я их и полирнул. Как вам тут, не знаю, показать эту полировку? Вот отражение руки, к примеру. Геометрия 75%, но это клин. Как вот клина, к примеру, у любой европейской бритвы, вот такой же клин тут. А бритвы очень миниатюрные и очень удобные. То есть удобные во всем. В бритье удобные. В правке, в заточке. Ну, об этом я сейчас вам еще пару слов расскажу, именно вот про эту бритву. Давайте прямо сразу с этого и начнем. Очень, конечно, много внимания именно бритве из У8. Вот здесь вот восьмерочку я еще ткнул. Заготовка этой бритвы была сделана еще где-то, по-моему, 16-й, то ли 17-й год. Просто вот она была раскована, вырезана по контуру и оставлена. Для меня вот хват — это вообще просто прелесть какая-то. По кромке давайте покажу. Ну, конечно, не идеал, не идеал. Но эту бритву я реально перетачивал. То есть я ее заточил. Я ее вот как только не выглаживал на ремне, ну не хочет она просто вот просто четенько, что прям волос там рубить, ну не хочет и все. Ну, думаю, переточу. Я ее переточил. И опять с трудом добился этого момента. Ну, это вроде бы все нормально было бы, но в сравнении с К990 сталью, она вообще просто меня сегодня, ну, ушибла, как-то вот так сказать. Я ушатался с ней, ну, вот в сравнении, опять же. Поэтому бритва будет все брить, все хорошо будет работать. Кстати, ценник у нее будет реально дешевле значительно, чем вот у тех марок сталей, только из-за того, что это та марка стали дорогая, эта марка стали из недорогих. Но вот даже в заточке, вот шлифовалась она, там резалась, все даже легче, чем вот та сталь. Ну, как-то прям все было податливее. Но заточка меня прям реально подвысушила. Вот такой тоненький клинышек. И она ровно будет сразу закрываться. Только потому, ну, то, что клинки прямые, и то, что это G10. Приступим к обзору следующей бритовки.
Вот тут я поигрался с цветом, как говорится. Тоже G10. Тут уже клинышки у всех потолще. Ну и сами бритвы в обушке тоже толще. Тут все полировано, закатано, то есть как бы все чинно. Вот пример по клепкам. Тут уже К990. Затачивались они просто вот на раз-два. Просто вот раз-два, все. Бритва волос рубит, как будто она, я не знаю, ну, как бы они как будто были готовы к этому моменту, чтобы вот рубить волос. Ну, это прелесть, я вам скажу, прелесть, реально. Единственный вот огромный недостаток — это ценник в наше время на эту марку. Но, блин, она реально, реально рулит. Это просто супер марка. В общем, сумели сделать. Я от Бухлер вот много стали в руках. Не просто подержал, я с ними работал очень много. Многое повидал, многое узнал, но из Бухлер мне нравится только одна марка стали, это вот К990. Все остальные марки какая-то недосталь. Ну, в сравнении, опять же, с нашими сталями. Поэтому это удачная, очень удачная марка. Так, кромку я показал? Нет? Нет, наверное. Они уже все заточены и готовы к бритью, к работе. Это по кромке. Ну, как они, обычная насечка, ничем не примечательная. Как они в руке, я вам уже показал. Ах, да. Многие бреются хватом. Но по хвату они одно и то же. То есть, единственное, что у одних вот подлиннее хвостик, у других покороче. Это видно, когда бритвы сложены. Резкость у нас имеется. Вот посмотрите на них. Коротенький хвостик, подлиннее. Чуть покороче, подлиннее. Вот как-то так. Очередная бритва из стали К990. Также G10. Полировка, я как уже сказал, не сверх естественное зеркало, прямо вот вообще. Но это нюансы того, что если уж решил полирнуть, то уж не испорти геометрию. Ее испортить просто вот, вот на раз-два реально. Поэтому нужно именно с ней работать вот очень аккуратно и полирнуть так, как хочется, к примеру, хотелось бы. Не получается, но все же. По кромке показываю. Это макросъемка. Должны, в принципе, разглядеть. Волос, естественно, порубим. Сейчас еще одну покажу. В принципе, одна и та же моделька, но мало ли для кого-то какие-то мелочи, какие-то нюансы значимы, поэтому показываю. Итак, по клинку. Каких-то проблем, каких-то недостатков с этими бритвами я не выявил. Вообще. Просто вообще не выявил. Обычно, если я что-то там найду, до чего-то докопаюсь, то я обязательно это говорю на видеообзоре. Поэтому сказать нечего. Ну что ж. Вот единственное, что сказать было, что именно остали У8. Потому что это, ну, реально, я сегодня уж начал точить с К990. И такой точу, фу, четко, все красиво, все прям здорово. Вторую тоже. И третьей была вот эта вот бритовка. Да я заколебался с ней. Я даже ее сначала отложил в сторону. Третью из К990 заточил, опять нет проблем. Ну, думаю, надо ее как-то же затачивать, как же что-то нужно делать. Просто я
уже как бы расслабился на вот этих вот марках бохлеровских. И все, ну как бы и думал, что сейчас то же самое должно произойти с U8, но нет. И пришлось, конечно, ее поточить. Примерно времени я на нее потратил, как на все три, как на 3,5 бритвы из Бохлера на U8 потратил. Чтобы она дошла до той кондиции, когда она будет готова к бритью. Так, слева направо. Значит, ну, то есть, как они были в обзоре, слева направо. Это сталь бохлеровская. Смотрим. Надвое и откусила. Так, середина. Тоже надвое откусила. Просто, ну это просто чудо какое-то, вот как она их, вообще никакого ощущения, что происходит вот это вот отрубание волоса, что-то еще такое. Просто, ну просто по воздуху вожу и все.